Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как вас зовут? Меня зовут Чингис. Чингис, вы приехали с Азербайджана. Какой город? Город Гёйчай. Вау, город Гёйчай. Я силач. На нашем языке это пахливан. Нам реально не терпится посмотреть. Начинайте. Удачи вам. Спасибо. Ну, меня нужен два... Два человека вам нужно? Да. Два парня? Да, 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 парни. Сейчас будет шоу теперь. Вот эта вот грелка, грелка, она выдерживает 250 килограммов. Значит, получается, Серик и Ербалат, они сейчас станут на эту дощечку, и он будет дышать в эту грелку. И вы или упадете, или будете стоять продолжать. Вы представляете? Her gün bir hilal Tərkiyə qadağalarım Doğrana dilim eli ilə Mənəm burada sahibi mülkətim Türkdü qanım Yer üzündə kul mənəm Düşmanım ağul mən Он сейчас будет балансировать на двух блюдцах, которые ставят на гвоздь. Gözlərim çalxalayıb salaram bura toz toz duman mən Vermərəm aman mən Tanınaram qeyrətə Başıma gittim zekanım Elimle veren vatana paytanım En önceden bir çoğunu ben yerim Bu anam bana tekimi meli yerim Ayak ol çubuklar Raks eli yer Gelir 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 Elim tüfengime Kim gelir cengime Eda bu duslama Cengine ha Gönlüme kürkün Özüm korkuya kürkün Benim elimdi türküm Şükür Şükür bükür bükür Yırtıcı alamın vaktidir Arı kır kadar Emine sebep olacağım ey mene diyen pan Benim mehmetçiklerim her biri ha Meni kan, meni kan Vatanın her yarasına Gece tezi var Alacaktır intikam Fağır durmamış Vurulur kılan Ay kıvrılan kılan Bil kartalım bakır inan Dan kokusu gelir Güman ki sığmır bıra korkula Hayda 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 Но тот вот трюк с блюдцами, он сказал, что в мире еще такого трюка не было. Нету, да, не было такого трюка, поэтому это первый раз. Да. Нет, здорово было то, что мы подошли, стояли, мы всего лишь 30 секунд всего лишь продержались, да, вот, и невероятная сила была, и, конечно, когда ты уже вот так вот железкой качал, или что там было у тебя? И, арматура. Да, арматура, да? Да. Вот. Я прям тоже напрягался, лицо вот так вот у меня было. Мне кажется, ты еще много чего можешь показать. Иншаллах. Номер просто бесподобный. Честно, я за вас переживала. Хотела выйти, помочь и сломать с вами эту арматуру. Спасибо большое. Ну, я думаю, что это только начало, что вы нам показали. Вы показали каплю из океана. И вам спасибо. Очень приятно видеть твой неподдельный, настоящий артистизм, не какое-то доигрывание, а это что-то, это природная сила, это природный талант. В каждом есть талант, но не каждый, к сожалению, его доводит до совершенства. А ты этим занимаешься и мотивируешь на это других людей. Браво! Спасибо большое. Чингис, вот вы на самом деле, у вас очень прекрасное атлетическое тело, спортивное телосложение вы. Вот вы мне скажите, вы и по духу сильный? Да. В вашей жизни был какой-то случай, где понадобилась сила не физическая? Я имею в виду, когда вы продемонстрировали моральный дух. Я в жизни пережил немало. Были тяжелые моменты.
У меня были серьезные проблемы с печенью, состояние здоровья было очень тяжелым. Я эту проблему победил. Есть люди, которые в такой ситуации сдаются, не верят в свои силы. И моя цель в этом шоу — сказать им: верьте в себя. Силу и жизнь нам дает Всевышний. Но очень важно, чтобы именно сам человек верил в себя. Посмотрите, здесь было 250 килограмм, и вы видели, что сверху еще стояли люди. В обычной жизни люди не верят в такое, но Всевышний дал силы, и я это сделал. Все гнут арматуру, а я ее сломал. Чингиз, а что за болезнь у вас была? У меня была онкологическая болезнь печени. Она протекала тяжело. Я бы хотел обратиться ко всем, кто столкнулся с этой болезнью. Верьте в себя и берегите себя. Поверьте, что вы можете победить, и все будет хорошо. Мои впечатления от номера. Все, и ваша история, и ваше то, что вы сделали сейчас, и то, что вы первый раз показали нам с этими блюдцами, ваше выступление, мне очень понравилось. Я, конечно, говорю тебе да. Спасибо. Я бы очень хотела, чтобы каждый человек учился у вас жить. Я вам говорю да. Спасибо. Здоровье, счастье. Да. Спасибо. Я говорю да. Да, да, да. Спасибо. У вас 4, да, и вы проходите в следующий тур. Все, сам.